Жемчужина Пермского края. Бомба, да, вид? Тут мотики оставим, дальше пешком. Че, мотики-то сюда? Ну вот тут в лесок заедем. В леску палатка стоит. Че-че? Палатка там. Стоит палатка? Да. Ну и че? Тут навниз тусоваться смысла нет. Не-не, ты че, там еще нехер делать. Просто пока-то вроде сухо. Не, плотненько. Дима, все, давай договорились. Это. И... Дальше там реально пиздец. Ну проезжай еще 100 метров, тебе не поможет, ну, это я ничего. Я к этому и спрашиваю, что 100 метров не хуй соваться. Там палатка стоит, но они, наверное, туда ушли, а палатку тут поставили просто. Вот палатки, встанем. Конечно. Сейчас давай я съезжу на разметку. Здрасте. Че, мам, не помешаем мотики поставим, туда уйдем. Нормально, да, вот? Че, где поставим? Спасибо, ребят. А, ну, нет, можно, просто куда? А? Ну, так это ничего страшного. Давай вот так объедем. Или что, или так вот. Ребята, вы как? Доехали? На машине? Тут еще какой-то заезд есть? Или вы по этой? Нет, давай. Лайт, я не говорю лайт, что? Да, конечно. Нет, я один-то смело, а свой... До свидания, поменённый камень! Мы сюда еще вернемся.
мать и бабка с такими лыжными палками ходят, вот это канадская ходьба, там какая там шведская или хуй знает. И вот они говорят, у нас бабка подвернула ногу, короче. И им вызвали скорую, короче. Я охуеваю. Куда нахуй тащить бабку старую в горы, блядь? Ебанулись что ли, блядь? Вот. Скорая приехала, реально. Ну, она шла нормальная бабка, просто подвернула, да, они там перестраховались, как бы. Там делянка ваша, там нет? Понял. Вот сторожу, чтоб не украли. Фу, хорошо у вас тут, красиво. Надо осенью приезжать. Да, осенью-то все шикарно. Тогда комаров нету, мошки этой нету. Не, осенью не хочешь, чтобы поплавать? Я слыхал, гуть вам. И когда листья такие красные, желтые, вообще бомба. Да, сверху вообще красота там. Утопить? Где его? Ну назад-то смотрю уже как по накату, вот, вот, вот честно отсюда до туда идти, вот вода идет, мы нисколько не ехали. Легче было здесь мотики бросить и идти. Да нет. Давай не надо. Нормально, что, проехали. Здесь мотоцикл оставляем. Вот, да ну ерунда. За мотоциклом посмотрим. Нормальная дорога, что там? Нормальная. А вот, спроси, нормальная или нет дорога. Да что тут дойти там 20 метров, ерунда. А компания у вас какая? Не Бумпром там где это? Я не знаю, где-то в Перми. А, частная когда своя? Частная в Перми где-то. Деньги-то платят хоть нет? Я только третью неделю. А. Ну говорят, хорошо платят. Ну. Не обижаются. Мы должны были сменить в среду, а что-то переиграли там. Еще оставили. Мне какая разница, что дома сидеть, что тут сидеть. Ну вот, да. В Архангельске красивые девушки. Северные. Да. Отмороженные наглухо, блин. Ну мы тоже не южные ребята. Знаем. Ничего, последняя чача? Что? Последняя чача? Да. Как нам вот там встать-то? Я уже не могу идти. Я хотел чекнуть, пообщаться. А, ну, правильно. До свидания.
сибиней, да?